Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юни. Ден 30. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А ще хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же ден памет блаженного Петра Царевича в Ростове. Блаженный Петр рода бяше царе Юрдинских, племянник по брате царя Берка, в християнскую же веру прииде си цевым образом. Некоего времени епископ ростовский Кирилл, потребой ради яжо свободы церковной, прииде в Орду к царю Беркаю. В то бо время княжение ростовское под областью царей тех бяше, и прият бы из святитель таму честно. Бывший же с царем беседи и совопрошению христианстве и вере, сказываше епископ многое благочестие святого таинства, и как у Ростов в дни великого князя Киевского Владимира просвети се верою Христовою от святаго Леонтия епископа из греческие земли пришедшего, и как у по представлението го угодника Божия при гробе его судеваются чудеса, целящим се всяким недугом человеческим молитвами его. Цар же Беркай всего того внимательно слушаше и удивляше се, и велию честь творяше епископу Кириллу. Во время же тоя беседы и предстояше царю сей, онем же нам слово сын брата царева, млад юноша, послушая в сладост глаголима их от епископа и умили се сердцем, и размишляше в себе о християнстве и вере. Цар же епископа ударив и вся просима я изпълнив, отпусти с миром. Юноша же он и словеса епископа вояжи о святей вере, аки добрая семена на добрую землю в сердце и своем прием, не предстояше размишляя о христианстве благочестии и умиляше се душею, и исходя на поле и уединяяся, тоже мыслише и слезе от често чаши. Глаголаше же в себе, как уверуют цари наши, и че сораде поклоняются солнцу, месяцу, звездам и огню. И дали ти и бози суть, и почто в божницах наших не совершаются чудеса, як уже совершати се сказуют в христианских церквах, и который есть Бог истинный. Так уразмышляя, желаше вельми у христианстве и вере совершенно известите се. В то время епископу Кириллу прилучи се паки того же лета, по Божию усмотрению в Орду прийти, вины и ради си цивуя. Син царя Беркая разболеся вельми, и от многих врачев бива врачеван, никоя же обрете пользы, и беше цар в велице и печали се и наради. Единороден бо ему бе. Воспоминув же епископа ростовского Кирилла и глаголанное от него о чудесних исцелениях при гробе святаго Леонтия боеваемых, в ум привед. Посла скоро в Ростов к епископу моля и дари многи обещая, да пришед исцелиться и на его. Святитель же повеле по всем церквам в Ростове молебное пение совершати, и само много и к Богу, и к пречистии Богоматери со слезами пролия моления, да подаст се исцеление цареву сыну, слава и ради имени Иисуса Христа, и да не хулице вера христианская от неверни хагарин. Помоли се же и у гроба Леонтия чудотворца довольно. От него приемля благословение на то делу и взем святую юже сам светил в воду, яд се поти в Орду, и дошед до царя простре прилежную ко Господу молитву над больным царевим сыном, и свещенную водою его укропив, сотворито го здраво именем Иисус Христовим. Возрадува се же цар зело со всем домом своим и со всеми князи своими, и почиташе епископа попремногу, творя учреждение велия на многи дни. Святитель же Божий умножаше долгие беседы и усилия Иисуса Христа и узаконих святые веры и удивляше умы и неверних. В то время юноша оный, сын брата царева, неотступно всех словес епископовых с велием вниманием послушаше и слагаше та в сердце своем. Того бы и желаше, и у пришествия епископове зело радоваше ся. И умыслите с ним в Ростове видите церковь христианскую и боеваемые чудеса и прияти святую веру. Беже матерь его вдова, умерши уже отцу его, и храняше ему матерь много и имения. Он же та взимая раздаяше нищим, и же во орде веры их. Вся бо ни во что же вменяше, едино токмо в души своей имея желание, еже присоедините се Христу и раб того бъйти. Веда еже известно, яко доброму его намерению любов матерния и власт царева всячески препятствия сотворит, и путь ему еже идти с епископом възбранит ся. Умысли оба утаивши се всех идти, а може желание сердце его видяше его. По довольних же днях епископ Кирилл отпущен бист от царя со многими обдарени, и ще же и повеление свое царя даде к князем ростовским и ярославским,
на царския оброк и годовия дают в дом при чистия Богоматери Ростовски епископии. Изше чуже епископо из Ордей, и зайде юноша тайно, оставляя матери сродники и имения, яко древния Авраам, и постиг епископа в пути молящето го слезно да с собою в землю светорускую поймет, и християнина сотворит. Епископ же видя слезе юноши и тепло еко Христу Богу усердие пояте го, яко пастир добри и заблужчие овча в землет на Рамо, и приведе в Ростов, радуя се и славя Бога. Пришед же юноша в Ростов, и видя в церков украшено и чин благоверие и църковное пение, радуваше се духом. Беже тогда в соборной ростовской церкви пение лева го клируса греческое, а права го руское. И возлюби юноша веру християнскую зело и просяше света го крещение. Святитель же размышляя, не будет ли взаискание от царя осродно мимо юноше, отлагаше крещение. Но Бог, хотя спасти душу возлюблющую его, устрои време к крещению удобно и бъйте сице. Невдолзе цар Беркай умре, и бъй сметение в Орде, и не бяше взискание у юноше. Крести обой го епископ и нарече име ему Петър, и получаше го по вся дни, богодухновенни и мислове се утвърждае в вере, и на добродетелно и житие християни наистина му подобающе е наставляше. Научи се же Петър и книгам руским, и пребиваше всегда в чтение и в молитвах, приметая се дому Божио в дни и в нощи, църковно и обично е правило никогда же оставляя. И бе зело добронравен, кроток, смирен, незлобив, всем благоприветен и любезен, постом и въздържанием чисто соблюдая юношеское целомудрие, има и пребивание в доме архиерейском. Не по многом же времени блаженния Кирил епископ, богоугодно и свое съвършив житие, представи се ко Господу, а по нем прия престол Игнатий святей. Петър же, яко же при Кирил епископ, есици и при Игнатий во дворе архиерейском пребивая, имееше обичай въезжати иногда в поле утешая себе, и ловяше птицами птици при езере Ростовском. Единою же опоздав вечер глубок, почи при езере, явише се ему в видение свети апостоли Петър и Павел, их же восне озрев, от ужаса възбуди ся, и яве тех же озре над ним стоящих, солнцеобразно сияющих, и востав скоро от лежание трепетен паде пред ними на землю. Они же емше его за руку воздвигоше глаголюще. Не бой се, друже Петре, мы есмо и послани к тебе от Бога, в него же верував, крестил се и си, утеши ти тя, да имеше же веру нашему тебе явлению истине бъйте, не привидению, хощем на семи, деже почиле си месте, созданно и бъйте церкви во име наше. Ще добо утро во град, во имени три икони. Икона Пресветия Богородица и с предвечни младенцем, икона Светителя Николая, икона Света Димитрия Великомученика и несионния кепископо Ирцей. Петър и Павел Христови апостоли послаше ме к тебе, повелевающе да устроише церков при езере, на месте на нем же оним не явивше се сие повелеша. То рекше апостоли свети и к блаженному Петру, даше ему два мешца, един полн злата, а други и сребра, и невидими бъйша. Блажени же Петър прием данни ему мешца и поклони се Богу на месте и даже видя святих апостол и пребъйст тамо до дневна го света моляся. Восявшу же дню, иде во град и по Божие строение обрете на торгу иконописца с предреченими иконами, чудно написаними, просяща цену 9 сребреников, а 10 и златицо. И дав Петър ценото из мешце фоних апостолских и свети икони взем в дом архиерейски и пойде. Тояж ден нощи и святителю Игнатию тие же свети апостоли явиша се повелевающи ему да созиждат църков во име их. Ужасен же бъв святителю от того видение, наставшо дню, призва к себе князя и сказа ему святих апостол Петра и Павла явление и повеление и глагола. Устраши ме зело видение и беседа их и не вем, що сотворю. Недоумею бо, на коем месте церков им создати имам. Княз же рече ему: вижда те, владико, ужасна суща и подобайте тебе святими апостолами повеленно изпълните всячески. Тако им беседующим, озре окном княз Петра со святими иконами грядущо от църкви при святия Богородица и к епископу, и светот икон сияющ, так и пламен и огнен на го в висото восходяща го выше църкви, и ужас си рече: о, владико, що се ест огън? Не възгоре се ли здание некое? Возрев же и владика тоже види и ужасаше ся. Инже никто же видите можаше того пламенообразна го света, от честних икони сходяща го, с ними же Петър в палато пред епископа и князя в шеди на месте честном постави фония, поклони се епископу и князю
и сказа им бъвши ему в нощи святих апостол Петра и Павла явление, и вся словеса их възвести. Во известие же истина и показа им два мешца с златом и сребром от святих апостол Данния. Владика же и княз поклониша се святим иконам, яже чудним неким светом всю палату сияша, и въпрошах облаженного Петра: «Где такова и икони обрете?» Он же глаголаше, яко на тургу въймени их. И удивляше се княз со владико и уведе известно, яко такова го иконописца в граде их нест, и взаискавше того не обретоша. Беже час пред святою литургиею, и идоша со святими теми иконами в святую соборную церков, и по съвършение литургии певше молебен, и доша за град с песнопением на то место, и деже Петру почивающо, бъйст апостолское явление. Несоша же и ония святые икони, последующо им всему народу градскому, и бъйвше на том месте сотвориша молебно и святым верховним апостолом Петру и Павлу пение, и того же часа создаша мал храм молитвенный, и икони в нем поставиша. Посем княз, яко глумя си или изкушая, глагола к Петру: «Владейка тебе созижда церков, аз же не дам тебе место окрест църкви, и что сотвориши?» Отвеща Петър: «Аз ще Бог изволит и владейка повелит, то купим земли от тебе». Ишет Петър ко владейци, сказа ему то слово княже. Владейка же рече к Петру: «Веруй, чадо Божие, от тебе промислу, и уповай на молитва и святих апостол Петра и Павла, яко мешце и тебе от них с златом и сребром данния не умалят ся, не ускудеют. Яко же иногда молитва ми свята го или и пророка в Сарепте Сидонской, у жена и вдовица и водонос муки не оскуде и чвани целея не умали ся. Шето боку князево, проси колики е цена и за землю, я же окрест церкви требует». Шечу же Петру и въпросившо рече княз: «Яко же дала си за икона и 9 сребреников, а 10 и златицо, си си хощо да окрест земли и уже хощеше при църкви и мети, кладеше мне по 9 сребреников, а 10 я буди златица». Петър же оповай на Бога и на святих апостол, соизволи словеси княжио. И шеде на место оно и нача Петър измешце в апостола ми данних и зимае по едино и класти на земли рядом, 9 сребреник, 10 и уже златицо, начено тезера, и обведе место доволно окрест начинающия се созидати се църкве или кому настерю пространно бъйти, мешце и же не умалише се по проречению Божия архиерея Игнатия. И видев княз множество сребра и злата, а мешце Петрова и неоскудевшия, но полна и сущия, удиви се вельми и глагола: «Воистину дивно си е чудо, и я вест, яко Петър велио обрете благодать от Бога и от святих апостолов. Приел бо княз то сребро и злато, яко благословение апостолское, а новозижди му и църкви апостолисти и противояя даде села с довольними землями и водами и лесами, и грамата ми та утверди. И създана бе из церков изрядна и во име святых верховних апостол Петра и Павла, и монастир при ней устройся, и жест и до нейне благодатью Христовою. А понеже блаженни Петър любляше молчание и невесел лицем являше ся, ум имея оглублен в словесех Божиих, то го ради рече князко владице: не сетует ли Петър по своим роди и отечестве, и не помишляят ли возвратите се во Орду? И аз ще там опойдят, царево се и племя, боязнено ест да ни сотвори цякая спо на градо нашему. Архиерей же внемлеше словесам княжим, творяше с ним совет, и осоветуваше сочетати его брако да имея супругу и чада, не помишляето роде своем. Он же и тако никогда же о том помишляше. Призвавши обо архиерея княз к себе Петра, рекоше ему: «Хощеше ли да поймем за тя невесто?» Петър же отвеща: «Господи мои, аз възлюбих веру си у святую и я ради все оставих, и възложих се на волю Христа Бога моего. Буди обойнение воля Господни и ваша. Я бия княз взиска ему невесту красно от вельмож, и венчая го с нею сам архиерей в соборни църкви, а княз нарече Петра себе братом и имееше к нему велю любов, он и дети его. И поживе Петър в законном супружестве честно довольна елета, и отец детем бъйст, и ще же и всем нищим и убогим отец бяше, алчущи я питая, не ги одевая, и ако други юв преподобни, око слепа им, нога же хрума им бивая. Огождаше же Господи ви опасним заповеди Его света и хранением, от всяка го зла огребая ся, всякою же добродетели сполняти чта ся. Та же разрешив си супружества плотска го, сопреже се Господи ви духом, прилежнейшим тому благоугождением в иночестем чини.
Приабона се ангелски монашества образ и в том представи се ко Господу се и в старости мастите. Представи се Петър Царевич в Ростове, в лето бития мира 6761, от въплощение же Христова 1253 и положено безчестно Его тело в църкви святих апостол, создани от Него. Прославляя же Бог угодника Своего, сотвори благодатью Своею подавати се изцелением от гроба Петра Блаженного и до ней не подают се с верою приходящим, в славу самого Господа нашего и Иисуса Христа, со Отцем и Святым Духом славима Го, и Може от всех буди чест и поклонение и благодарение во веки. Амин. Конец жития Блаженного Петра Ростовского. Сим житием скончаваем чтение житий святых месяца юния святителем ростовским Димитрием Суставлених.